Врачи Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медпомощи на протяжении многих лет оказывают медицинские услуги жителям региона. Для более качественного проведения обследований и операций больница получила новое оборудование. Была приобретена видеоэндоскопическая стойка, которая увеличит объем оперативных вмешательств и сложность проведения тех или иных хирургических манипуляций. Был приобретен коагулятор, силовое оборудование для работы врачей-травматологов, силовое оборудование для врачей-нейрохирургов. Помимо этого, хирургическое отделение больницы получило современный осветитель в операционную. По мнению врачей, подобная техника во многом повышает качество проведения операций. Ну, вы сами понимаете, что без света, без современного осветителя делать операции просто невозможно. До этого у нас были лампы накаливания в осветителе, которые перегорали буквально, я не хочу сказать, но через день. Отделение анестезиологии и реанимации получило новый аппарат УЗИ и современный видеоларингоскоп, позволяющий во время операции обеспечить искусственную вентиляцию легких. Это очень важно в анестезиологии, потому что пациент у нас экстренный и случаи разные бывают. Вот, а видеоларингоскоп он позволяет выполнять трудные интубации не усложняет жизнь анестезиологу. Одним из первых пациентов, кто прошел обследование на новом оборудовании, стала жительница Димитровграда Татьяна Федорина. Ей совсем недавно сделали сложную операцию. По словам героини, только благодаря неравнодушным врачам и новой технике чувствует себя хорошо. Несмотря на ковид, люди работают, все стараются, весь обслуживающий персонал очень внимательно. На закупку оборудования по нацпроекту здравоохранения выделили 7 миллионов рублей. Новое оборудование поможет сократить время проведения операций пациентам, которые нуждаются в экстренной медицинской помощи. Максим Писарев, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.